посвященную 12 принципам анимации, которые описали легендарные аниматоры Фрэнк Томас и Олли Джонстон. Первый принцип – сжатие и разжатие. Согласно этому принципу, объекты анимации можно растянуть или сделать плоскими, чтобы придать скорость, импульс, вес и массу объекта. К этому прыгающему мячу применили принципы сжатия и разжатия, а к этому нет. Видите разницу? Степень разжатия и сжатия косвенно передают массу объекта. Чем больше объект сжимается и растягивается, тем он легче. А чем меньше объект сжимается и растягивается, тем он жестче. Тогда, как первый объект похож на шарик с водой, второй на шар для боулинга. Сжатие и разжатие также применяются персонажем. Посмотрите, как он растягивается от скорости падения и сплющивается при приземлении перед тем, как принять окончательную позу. Этот прием также можно использовать, чтобы сделать мимику более выразительной. Применим сжатие и разжатие.